Вот так обстановка. Шестой лицей может похвастаться обновленным интерьером. Это одна из школ, где финансирование подготовки к учебному году было довольно высоким. Оценить изменения приехал мэр Владимир Шарыпов. При подготовке к началу нового учебного года основные средства были потрачены на ремонтные работы, при которых мы сделали ремонт спортивного зала, установлены окна, косметический ремонт пола, стен, установлены новые двери. Для мэра провели небольшую экскурсию, заглянули в рекреации, помещения и коридоры оформили силами работников школы и родителей. Все функционально и аккуратно. Здесь есть школьные экраны, расписание занятий, а на потолке нарисованы ребусы и формулы. Многие работы удалось выполнить с привлечением внебюджетных средств. Это деньги, полученные от платных образовательных услуг. Я часто достаточно езжу по нашим школам, общеобразовательным учреждениям, и очень заметно от директора к директору разница. И вот сейчас мы находимся в шестом лицее и видим то, что Ольге Анатольевне можно доверять большой объем финансирования, потому что есть результат, есть ощущение того, что деньги всегда попадают в добрые руки, и, соответственно, видно о том, как люди, наверное, и родители в том числе, которые водят детей в эту школу, заботятся о ней. Впечатляет и свежий ремонт спортивного зала, скромно и со вкусом. Помещение просторное, в ярко-синем цвете. Здесь привели в порядок раздевалки, отремонтировали оборудование, установили тренажеры. Один из них мэр опробовал лично. А теперь в планах у образовательного учреждения расширение. В отдельно стоящем здании мы планируем оборудовать кабинет технологии для мальчиков и девочек и кабинет робототехники. Ребята будут уходить во время учебного процесса сразу на спаренный урок на полтора часа в это здание. Там предусмотрена раздевалка, санузлы, и все зоны точно так же уже спроектированы. Сейчас стартует первый этап проекта – капитальный ремонт соседнего здания. Завершить все работы планируют к сентябрю 2019-го. Мария Метлицкая, Денис Денисов, РТВ Иваново.